Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами топ-10 товаров из интернет-магазина Wildberries с большим количеством отзывов от 5000. Представляете, 5000! Это так много! И самое первое средство — это у нас с вами средство для пяточек, где входит пемза даже в подарок. Здесь у нас, смотрите, 14 тысяч, даже уже почти 15 тысяч отзывов. Представляете? 15 тысяч, это вообще так много. Стоит он всего лишь 394 рубля, якобы стоил 1255, не знаю. Навряд ли, конечно. Но, может, и стоила такая скидка, просто странно. Так, смотрим ниже, куча всего. И вот, пожалуйста, отзывы. Вместе с фотографиями, какая была пяточка, да, и какая стала. И точно так же здесь, какая, ой, какая страшная, боже мой. Не будем это смотреть, какая была и какая стала. Пяточка младенца. И также смотрите, то есть 5 звезд здесь гораздо больше, 87%, чем каких-то других. Вот такой интересный товар. Следующий товар у нас под названием Лида. Это у нас капсулы для похудения. Стоят они 1477 рублей, якобы стоили 3500. И здесь у нас отзыв 14 тысяч, 14 с половиной, да. Вот. Такие они интересные. Ой. Что у нас здесь? Расщепление жира ускоряет, тра-та-та, помогает снизить туда-сюда. Так, здесь вот они. Ну, в основном показывают сами таблеточки, да? Навряд ли кто-то здесь покажет самого себя, какой он был и какой он стал. В основном таблетки. Но 70%, смотри, то есть 5 звездочек, 70%, то есть большую часть оценили. И кому-то там не помогла, потому что что-то произошло непонятное. Но в основном помогло. Вот, пропила препарат 3 недели, не похудела. Ни на грамма. Видимо, не мое. Ну, может быть, человек ел много и параллельно пил, то, может быть, и не поможет. Пишите свои, кстати, отзывы, если покупали похожий или такой препарат. Как вам, помог он или нет? Так, переходим с вами к следующим. Здесь у нас тоже нано-пяточки, только уже от сухих мозолей на стопах. Мозоли у нас бывают разные, да, бывают влажненькие, которые как пузыриком, а еще бывают сухие, которые, как я недавно узнала, очень с трудом выводятся. Это, как правило, многолетние такие мозоли. Здесь у нас 15 тысяч отзывов тоже с небольшой мелочью, стоит 320 рублей. Хотя здесь мозоли особо не нарисованы. Но уже другой препарат, другие фотографии, то есть, видите, да? Ой, такие ноги, страшный кошмар. Ух, это уже 81%. Так, следующий у нас с вами, не поверите, подушка. Подушка, то есть отзывы писали на подушку. Представляете, 7207 отзывов. Лебяжий пух, лебяжий. Я думала, сейчас уже подушек из пуха уже почти нету. Но остались. 440 рублей она сейчас стоит. Стоила 1676 рублей. Но если бы это была цена осталась старая, тогда да, я понимаю, почему отзывы. А так за 400 рублей это не так уж и дорого. Так. Обычная пухленькая подушечка. 50 на 70, перья. Еще куча вон подушек всяких. Вот. И какая у кого подушечка. Конечно же, фотография.
Навряд ли кто-нибудь ее вскрывал. Мне кажется, если ее вскрыть, вот, если ее вскрыть, то здесь мало похоже на... Хотя пух не перья же. Пух. Не знаю. Тоже 87%. Довольно много. Всем понравилось, всех все устроило. Здесь вообще попал не туда, смотрите, отзыв. Заказывали выпрямлятель фирмы такой-то, такой-то. Пришел китайская подделка, да? То есть тут подушка, а тут вообще не туда просто написали. Тут он, вы оставили отзыв не на тот товар. Вот так вот, такие вот даже бывают. Так, следующий товар у нас с вами антицеллюлитная щетка для сухого массажа тела из волокон кактуса с ручкой. Высокая жесткость. Стоит она 260 рублей, и отзывов у нее 6883. То есть даже представляете, на какую-то обычную щетку для массажа уже 6000 отзывов, почти уже 7000, представляете? Я, честно говоря, была в шоке, когда находила такие разные предметы. Так. Ну и, конечно же, сама щетка, которую так полюбили собачки некоторые. Довольно такая симпатичная, с деревянной. Как щеткой этой пользоваться. Ну, кого-то треснуло даже. У кого что висит там. Так, тоже 90% людям понравилось. Ну и, как всегда, некоторым не понравилось. Следующий у нас супер подарок. Рецептурный силиконовый коврик. Представляете, просто силиконовый коврик, на котором осталось, у нас с вами оставили 11 тысяч, даже уже почти 12 тысяч отзывов. На какой-то коврик. Ну ладно, я понимаю, крем для ног там. Да, ставишь, помогло, не помогло. А здесь просто силиконовый коврик. 12 тысяч отзывов это вообще. Стоит он 387 рублей, стоил 2200. Так, ну давайте посмотрим коврик. Хит продаж, продано. Что же? Вот. Ну да, на этом коврике можно, наверное, нарезать и специальным ножиком, конечно же, и отправлять, наверное, в духовку. Очень удобно. Все помечено, пометочки разные. Удобно и помыть, беречь от огня. А вот минус 40 до... От минус 40 до плюс 210. Плюс там, да. Не мыть посуду в мощной машине. Видимо, сотрется все вот это. И вот, конечно же. А, и, конечно, вот есть здесь ингредиенты, которые можно заменить. Кстати, можете оставить их себе. Сейчас эту стрелочку уберу. Чем можно заменить разрыхлитель теста, пищевая, там, стакан кефира, шоколад и так далее. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Люди оставили фотографии. Какие-то. Так, а коврика? А, вот коврик. Как красиво, да? Ничего лишнего. Вот какие-то вкусняшки приготовленные на коврике. Там же, представляете, на коврике разрезал, в нем же запек. И его же потом помыл и убрал. Кстати, силиконовые коврики очень удобные, когда на них запекаешь, пища не пригорает, остается очень вкусная и мягкая. Надо такой себе купить тоже. Так, здесь у нас, представляете, 96%. Поставлено 5 звезд. Ну, чуть-чуть по одному прям, смотрите, как по одному. В основном, да, всем все нравится. Интересно, где же звездочка одна? Кому же что-то не понравилось? А? Все хорошо, но поставил 4 звезды. Тонкий коврик, и все липнет на него. Ну, конечно, самому не добавить. А какой же он должен быть, толстый, что ли? Так, ладно, давайте дальше.
Здесь у нас с вами уже блузка женская, на которую у нас с вами 16,5 отзывов. Представляете? Просто на какую-то блузку 16,5 тысяч. 16 тысяч, представляете? Вот она, эта прекрасная блузка. Такого цвета зелененького. Темно-зеленого даже. Ну, такая необычненькая. Ну, такая она, это нестандартная, мне кажется, не в каждом магазине, наверное, ее встретишь. Давайте посмотрим, что у нас. Что у нас тут? Так, отзывы. 71% больше, остальные, может быть, что-то не понравилось. А, пришел другой цвет. Отказ. Подлиннее не блузка, а топик. У кого-то топик пришел, у кого-то цвет другой пришел. То есть, видите, такие вот. Кому-то вот размер не подошел. Отказ. Тоже одну звезду убирают. Так, давай. У вас, кстати, она очень изящно смотрится. У кого-то вот затяжка, видите? То есть, кстати, с Фальберса, когда покупаете одежду, обязательно ее досконально рассматривать, потому что у меня уже было такое. Помята немножко из-под попки. На всех по-разному смотрится, смотря какой человек и как одета. С чем, вернее, с чем одета. Так, дальше. Дальше у нас с вами крем-гель для душа. Испания, чисто испанский. Здесь у нас 11 тысяч, ну почти уже, знаете, 12 тысяч отзывов. Представляете, 12 тысяч. Стоит он всего 200 рублей со вкусом... Так, а какой у нас вкус? А, сладкая дыня. Почему-то думал, что это банан всегда. Сладкая дыня. 750 миллилитров. Так, что у нас тут с отзывами? Видимо, он зелененький даже. А, с тюбиком проблемы у кого-то. Пузырится. Такой большой. Красивый тюбик, такой необычный. В обычных магазинах его не встретишь особо. Так, 90% хорошие отзывы на пятерку. И как всегда, долго шел, классная штучка, запах вкусный, пенится хорошо, но не стойкий. 3 звезды. Хочется прям кому-то благоухать дыней целый день. Плохо пенится у кого-то. Запах великолепен. А кому-то и не понравился запах наверняка. Вот такие же, кстати, тоже тюбики. Вот. Всего за 200 рублей вы можете получить из Испании настоящий крем-гель для душа. А плюс пена для ванны. В подарок, что ли? Наверное. Ладно. Поехали дальше. Здесь у нас уже с вами получается кабель для зарядки. Провод 1 метр. Представляете, просто обычный кабель для зарядки, на котором есть почти 12 тысяч отзывов. Просто кабель. Это даже не зарядка, а это просто чисто кабель. Без вилки. Просто кабель. Если, допустим, с вилкой, она может не работать, да, что-то произойти. Кабель, ну, наверное, тоже, конечно, перегнулся там туда-сюда. Но блин, 12 тысяч отзывов. Офигеть просто. Так вот выглядит он у нас. Ну и, конечно, вот они, фотографии. Как он выглядит, какой. Эксклюзивные фото. Ну, все одинаковые, я думаю. Ну, 12 тысяч отзывов, это вообще. Также, конечно, есть кому-то не понравился, у кого-то пришел перегнутый наверняка, но 87%, которым понравились, поставили 5 звезд. В основном нравится. Конечно, все эти ссылки будут в конце ролика, в описании, и вы сможете сами посмотреть, почитать отзывы, может быть, вам что-то понравилось.
Так, дальше у нас идут с вами кухонные весы. Здесь у нас уже 16 800 отзывов. Ну, кухонные весы, наверное, да, конечно. Могут работать, могут не работать. Кстати, в Фикспрайсе такие продавались в прошлом году. Так, 260 рублей стоит, а стоили якобы 4000. Ну, за 4000, да, отзывы нужны. А то заплатишь, потом не вернешь. Точное измерение. У всех одинаковые. 90% хорошие отзывы. Остальные, ну, так себе. Весы так себе, дешевка. Пластик вонючий. Пункт приема, к сожалению, не проверила. Дома поставила батарейки, и они не работают. Цифры на дисплее показывают наполовину, и ничего не понятно. Вот, проверяйте, кстати, обязательно проверяйте сразу, чтобы потом не было проблем. Да, вот так. За 4000, конечно, они не стоят. Весы. Так, и у нас самое последнее, это у нас с вами маркеры для скетчинга. Микки называется, набор двухсторонних маркеров. И, конечно же, здесь у нас по цветам цветов 24, 36, 48, 68, 120 и 168 маркеры фломастеры для рисования. Здесь у нас 13 096 отзывов. 13 000 отзывов. Сейчас они стали более прям такие популярные. Все их покупают, все их скупают. Но, честно говоря, в Вайлдберрисе это самое дешевое. То есть, смотрите, у вас получается 60 цветов стоит всего лишь 635 рублей. Это довольно дешево. В магазине они стоят, конечно, будут стоить гораздо дороже. Плюс, кстати, я недавно узнала одну интересную вещь. То, что стержни можно вот так вот вынуть и там их заправить спиртом, может быть, даже и водкой. Вот тут вот тоже. Да, вот спиртом. Вот видите, вот оно, спирт. Я вам показала бы получше, но оно вот увеличивается. И он вот вынимается. И это очень классно. То есть, если они у вас засохли, вы не просто, как обычно, это делаете, выбрасываете, а вы просто заправляете и рисуете дальше. Вот. Ну, в принципе, они все, наверное, так. Маркеры такие. Акварельные. Так, здесь у нас 89% всем все понравилось. Остальные там как-то так. Мне все нравится. Вот. Вот авокадушка у кого-то симпатичная. Но, честно говоря, ими надо уметь рисовать, чтобы получился красивый рисунок. Ими тоже надо учиться. Потому что смотришь по картинке, все супер, у всех все получается, покупаешь, а в итоге у тебя нифига ничего не получается. Ну, тут все хорошие отзывы. Давайте посмотрим с вами, кто что рисует. Вот, пожалуйста, очень красиво, да? То есть прям разнообразные оттеночки. Ну и, конечно же, бумага для них должна быть специальная. Акварельная или такая вот плотная бумага. То есть на обычном листе, конечно, они не смогут. Ну, вернее, не смогут, она протрется. Лимончики мне очень нравятся вот эти. Вот тут красиво. Облака, кстати, смотрите, какие красивые. Вот тут очень красиво. Красота какая. Как будто бы не скажешь, что это все маркерами было нарисовано. Порой. Вот тут тоже очень красиво. Везде надо учиться. Везде надо учиться, делать, стараться. Чего я вам и желаю. Развиваться в вашем любимом деле. И на сегодня все. Смотрите также другие ролики, мои обзоры на технику, на продукты, влоги. Также топ Вайлдберрис. Что там еще бывает интересного? Смотрите все обзоры на покупки. И с вами был канал Art Mania.
Всем пока-пока!